Всем привет, с вами «Сильные новости», рубрика «Короче», рассказывайте, как ваше настроение, а сегодня с вами Женя, поехали! Сегодня православные верующие празднуют крещение Господне и окунаются в ледяную прорубь. Считается, что именно сегодня вода приобретает полезные свойства. Для гомчан оборудовано 4 места для купания. 2 в районе парка возле Киевского спуска и на пляже за мостом. Еще 1 на Новобелецком пляже и 1 на спасательной станции в микрорайоне Шведская горка. Кстати, Леша сегодня тоже окунался. Смотрите, как это было. Лепота! Стало известно, что первые белорусские космонавты отправятся на МКС уже в конце 23-го, в начале 24-го года. Среди всех кандидатов есть и представительница женского пола. А подготовка начнется уже в начале этого года, так что будем следить за событиями. В Гомеле в магазине поссорились 2 посетителя. На них вызвали милицию, однако, когда та приехала, никаких претензий друг к другу уже не имели. Правда, одного участника конфликта, пенсионера, все же эта ситуация задела. Он пришел домой, взял электрошокер и пошел в магазин для того, чтобы ударить этим электрошокером продавщицу, которая натравила на него милицию. В этот раз дело так просто не обошлось, и мужчину наказали 3 годами ограничения свободы.